Добрый вечер, уважаемые зрители. Проект «Союз онлайн» Ирина Пономарева снова в эфире. Русские песни на улицах греческого острова Корфу. Возможно ли такое? Оказывается, да. Что стало поводом для русского концерта и кто выступает? Об этом расскажет моя коллега Эльвира Гордеева, которая отправилась в далекое путешествие. Эльвира, добрый вечер. Коллеги, добрый вечер, уважаемые телезрители. В 16 раз на острове Корфу проходит русская неделя на Ионических островах. И в этом году программа форума началась выступлением оркестра Черноморского флота. Предлагаю вам послушать фрагмент данного концерта. Что форум проходит в 16 раз, и каждый год к берегам Корфу прибывает военный корабль. В этом году фрегат «Адмирал Григорович». И сейчас я предлагаю вам послушать выступление командира похода, капитана первого ранга Андрея Палия. На
16-й год на острове Корфу начинается и проходит русская неделя на Ионийских островах. В этом году сюда пришел второй раз фрегат, наш новейший фрегат, адмирал Григорович. Приехал ансамбль песни и пляски Черноморского флота, который приехал с абсолютно новой программой. В программе «Русская неделя на Ионийских островах» — это посещение корабля жителями города Корфу и гостями острова Корфу. Завтра будет проведено возложение памятнику Иоанна Каподистри, адмирала Ушакова, и памятнику русским и греческим морякам на острове Вида. Завтра же будет проведено опять посещение корабля, послезавтра посещение корабля. Но сегодня концерт, который проходит на площади перед мэрией. И по количеству людей видно, что людям это нравится. Да, я знаю, что действительно всегда выступления моряков ждут, всегда приветствуют, всегда собираются даже русские, те, которые проживают здесь. Да, и русские, которые проживают, и русские, которые отдыхают. Мы только что разговаривали тут со многими людьми, которые находятся на отдыхе на острове Корфу и приехали из разных отелей и специально на концерт посетить корабль. То, что здесь прославляется имя Федора Ушакова, и моряки присутствуют вот на мероприятиях «Русской недели», по-моему, для них это очень хорошая как бы школа. Ну, мы сегодня в этот поход взяли с собой курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, а в училище у нас есть храм, который так и называется, он был освящен как храм святого равноапостольного воина Федора Ушакова. Поэтому для курсантов, я считаю, это очень важное событие в их жизни. Программа «Русская неделя» продолжится божественной литургией в храме Иоанна Предтечи, возложением венков и цветов к памятникам первого правителя Греции Иоанниса Каподистри и святого праведного воина Федора Ушакова, а также посещение острова Вида. Всем самого хорошего и до свидания.